Всем доброго времени суток, с вами Элисон Роуз, мы продолжаем проходить Simpsons Hit and Run, и у меня немножко подостыла попа, и теперь может продолжать играть. Привет, доктор Фринг. Профессор Фринг, профессор Фринг, о, пропал профессор. Мой брат, Барт, вы его не видели? Да, где он? Пожалуйста. Так, посмотрим, брат помог мне построить монстра, так. А потом исчез в ярком свете. О, это безумие, мне нужно поговорить с кем-то умным. Нафига ты строил монстра, я вообще не понимаю. Заняться нечем. Так, ну, значит, выходим отсюда. И что, нужно с кем? С дедулей поговорить? Откуда дедуль-то знает? Так, дедуля. Дедуля. Привет. Дедушка, ты можешь помочь мне найти Барта? Он пропал. Может быть, я просто безумный старик, но Барту удалось догнать парня в черной машине. Какая великолепная улика, дедушка. Ты показываешь его городу ценность общения друг с другом. Мне показалось, что ко мне вернулась моя девушка. Именно поэтому я был вынужден ущипнуть медсестру. Чтобы убрать эту машину, мне нужно воспользоваться чем-нибудь большим. Например, вот этим школьным автобусом. Я должна буду разбить опять машину? Вам нужен школьный автобус. Купите его у Отто. Но у меня нет денег. Мне нет денег. Да хватит, блин, ездить здесь. Надо просто президенту объявить по радио. Если видите бешеную Лизу, то, пожалуйста, не ездите. Круто же я придумал. Думаю, Барт во всем виноват. В чем? В том, что я врезалась? Да, Барт во всем виноват, я согласна, Лиза. Так, кажется, я нашла, что мне надо. Вот это крамп красти. Это, по-моему, то, что мне нужно. А вот и Отто. Привет, дружище, я накопила денежку. Можно что-то купить? Отто, я знаю, что слишком молода, чтобы о таком спрашивать. Слушай, у меня не осталось больше... Да-да-да, мы просто покупаем у него автобус. И мы должны кого-то завалить на нем, наверное. А, ну больше ничего не могу у него купить. Почему Отто продает школьный автобус? Откуда он у него? Это все? А вот да. И что нужно сделать? Уничтожьте черный седан, чтобы найти кубок, не дайте истечь времени. А, ему вообще все равно. Он продал только что огромный школьный автобус какой-то маленькой девочке. Как бы подумаешь. Действительно. Вау! Уничтожить седан. Как мы это сделаем? Как, мы будем толкать его, наверное, да? Впиливаться в него будем всей массой до автобуса. Ой, машина даже разрушилась уже. Что уж говорить о черном седане, который все никак не разбить. Иди сюда. Блин, автобус жутко неповоротный. О, все отлично. Смотрите, один удар у него почти все. А, он даже дымится уже. Сейчас мы до него доедем. Зараза. Зараза, какой юркий. Какой юркий седан. Лиза, тебе не могла прийти идея какая-нибудь другая, а? Ну не школьный автобус, серьезно. Это же просто неудобно. Это просто так неудобно, я не знаю. Надеюсь, вот это один седан, а их не 50 штук. Быстрее, еще быстрее. Почему она все время мне советует быть быстрее? А, все. Да не, ну одну машинку-то разрулить я могу. Пошли все вон отсюда. Едет школьный автобус с ребенком. А может и с детьми, откуда вам знать? Убегай. Так. Что с твоими волосами, дорогая? Что случилось? Они помялись? Так. Разворот. Я понимаю, что крутой разворот этой машины особо не сделать. Но у нас все получится. А кто едет в этой машине? А вдруг там... Чука, дро и семья. Почему я должна его убивать? Да едь уже, едь. Я ведь все равно тебя догоню. Вот я толстый неповоротливый автобус. В смысле, я не автобус, в смысле, я еду в толстом неповоротливом автобусе. Вот я чушь сказала, правда? А ничего, что мне сейчас скоро автобус поломается? Или это все пофигу абсолютно? Машинка, стой, я доеду ведь до тебя. Куда ты поехала? Подожди меня. Толстый автобус едет за тобой. I'm coming for you. Ох,
меня, пожалуй, сейчас посадят. Мне придется долго работать няней, чтобы заработать достаточно денег. Чего, няней? Зачем мне эта информация, Лиза? Просто серьезно, зачем? Это машина. Что машина? Спасибо, Кэп. Ну машина, ну давай. Мне один раз в тебя впилиться. Не, это бесполезно. Был мусор. Блин, но я... Да, да. Быстрее! Ой, мои волосы! Пора в дорогу! Угу. В дорогу пора. Помните в клинике момент, где на чувака вываливают коробку с котятами? Вот я бы от не отказалась сейчас от такой коробки. Серьезно, было бы очень круто. Много котят, они такие мур-мур, Ксюша, мур-мур, все будет хорошо. Ах. Ну где еще один седан? Вы видели, как я шикарно с ним справилась? Видимо, это практика. Реальненько, это практика. Где еще машинка? Что-то далеко как-то. Я медленно привыкаю к этому школьному автобусу, только я так понимаю, к любой машинке просто нужно привыкнуть. Заткнись. Спасибо. Так, вот, надо взять. Еще парочку. Ага. Чтобы машинка починилась, и мы доехали в целости и сохранности. А то в последний раз... О, смотрите, какие они, юрки, они ведь тоже уезжают. Ну, красавцы, спасибо. Это было очень эффективно. Я уже отправляюсь в дорогу. О, нет. Вау! Вы это видели? Вы это видели? Офигеть. Нет, ну я просто, я прямо даже не верю тому, что сейчас происходит. Я только заговорила о котятах. И все получилось. Поняли? Котята помогают во всем и всегда. Они помогают снять стресс, помогают побеждать. Я счастлива. Здорово, это уже более либерально. Что ты сказала, либерально? Так, машинка. Машинка! I'm coming for you! Смотри, машинка. А дела-то у тебя не так хорошо. Как у меня. Я тебя отгоню. Нет, это не очень хорошая была идея. Машинка, машинка, я тебя догоню. Ах ты, падла. Нет, серьезно, я больше не буду это проходить. Все, я сейчас психану, если это не пройду. Машина? Нет, нет, это ты не должна меня бесить. Я тебе отвечаю. Потому что это выше моих сил. Понимаешь? Ха, здесь пусто. Что же такое происходит в городе? Что такое происходит в городе? Что, я что-то сделала? Что там, музыка заиграла? Ты меня в последний раз видишь. Ну, видимо, да, если я еще раз по тебе проеду, я тебя и последний раз слышу. Все, отлично! Господи, вот это да! Отвечаю вам, ребята, котята! Все дело в котятах, вся сила в котах. Я так и назову эту серию. Силушка-то вся в котах, в котиках. В маленьких пушистых котятках. Вот я говорю сейчас, я успокаиваюсь. Я прям чую, как эта игра уже меня не так бесит. Я счастлива. Ой. Прости, полицейский, извини. О, да ты еще и невидимый, клёво. Я люблю говорить с невидимками. Привет. Извините, шериф Веган, вы мне не поможете? Веган. Я должна найти своего брата. Прости, девочка, но я занят сбором улик относительно Гелберта. Здесь произошло целых 3 столкновения. Сколько ударов вы получили? Нет никаких забастовок. И все это потому, что я очень-очень плохой полицейский. Так, все потому, что ты толст. Если мы забираемся под прикрытием, то нам потребуются эти ребята. Как зрачки? Эй, паренек, мне кажется, что мы не можем так оставить этого типа. Я буду платить ему купонами от чипсов. Так что у вас есть, ребята? Что за... Это самый неадекватный разговор из всех. Окей, сесть в машину. В полицейскую машину? Смотрите, как они смотрят на меня. Вы что, педофилы, что ли? Вы что, почему за мной следите? Или вам так нравится мой наряд? Давай, танцуй, парень, танцуй, очкарик, да! Джига-дрига-джига-дрига, класс.
Не, ну это мы сделаем в следующей серии. Вы понимаете, что у меня уже бомбит от этой игры за сегодня? У меня уже вторая серия боли! А совсем скоро на этой неделе будет и третья! Когда? Смотрите по расписанию! В общем, ребят, всем спасибо за внимание. С вами был Элисон Роуз. Трясучка экрана, как будто бы происходит землетрясение. И это были Simpsons Hit and Run. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.